Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднатись до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – свята Святої Трійці. Саме про це велике свято, ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Настоятелем свята Симеонівського собору, протоієрієм Геннадієм Дьяковим. Отець Геннадій, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Благословите. Отец Геннадий, спасибо, что вы приехали к нам в студию и в прямом эфире телеканала «Николаев», чтобы молвить и слово спасительное. И сегодня слово наше о празднике Святой Троицы. Это очень большой праздник, ну такой большой, что ни работать нельзя, ни купаться, вообще ничего нельзя делать, только праздновать. Да, отец Геннадий? Ну, праздновать это в нашем понятии житейском у многих это... ассоциируется совсем с другим, да. Праздновать православие, значит, молиться, значит, этот день посвятить духовным делам, душе своей, добрым делам, нуждающимся, больным и так далее, и так далее. Но прежде всего службе, потому что праздник большой, называется Святая Троица, еще Святая Пятидесятница. Потому что в этот день, если в Ветхом Завете, на 50-й день после бегства израильтян из Египта, был дан закон Моисею, то есть святые заповеди были даны и другие законы. И в этот день апостолы собрались в горнице, это был 50-й день после Пасхи, это уже в Новом Завете, собрались в горнице, единодушно молясь в молитве. И вдруг шум появился, это шум был не от ветра, это шум как раз был от того, как Господь как бы сделал такой шум наитием Святаго Духа. И появились над апостолами огненные языки, и они почили на каждом из них. И потом они, апостолы, когда они вышли уже из горницы, они стали глаголить на разных языках, так что их понимали все, находящиеся там. Потому что там были многие и евреи, которые находились, израильтяне, которые пришли помолиться в этот день. И они стали понимать, но они удивились, потому что это были простые рыбаки, ведь чтобы выучить язык, нужно, мы знаем, и в наше нужны время... Годы. Годы, да. И, а они говорили свободно на языках и наречиях разных народов. И все подумали, что им напили сладкого вина. Но апостол говорит, нет, они не напили сладкого вина, это как раз и дар дан им, Духом Святым. Это было дано для того, чтобы они в кратчайшее время могли начать проповедь. Проповедь и просвещение народов, и рассказывать о учении Христовом всем народам. Это был день как раз единения церкви, потому что в столпотворении Вавилонском Господь рассеял людей. А тогда раньше был один язык после потопа, когда Сим, Хам и Иафет, сыны Ноя, они разделили землю и стали населять землю. Язык был один. А потом они решили земными средствами достигнуть Бога и стали строить Вавилонскую башню. И Господь дал им разные языки, они перестали понимать друг друга и перестали строить башню. А здесь пришло, наоборот, единение. Господь даровал языки уже, чтобы люди понимали друг друга, слушая апостолов, и объединились в единую церковь. Он создал церковь. Это еще является день рождения Святой Церкви. Когда Святая Троица – это день рождения Святой Православной Церкви? Да, да, Святой Православной Церкви. Господь даровал, как бы это окончание домостроительства. Он даровал языки, даровал Святого Духа, дары Духа Святого Апостола. Они уже изменились, стали немножко другими. Если мы помним, до того, как было пришествие Духа Святого, они были слабыми, пугливыми и людьми, не были такими сильными, просто людьми. Были, да, обычными людьми. После сошествия Духа Святого на них они стали совсем другими. Они уже могли переносить и истязания, и гонения, и все самое плохое, что было связано с проповедью в чужих народах. Люди по-разному воспринимали проповедь. Но, тем не менее, отец Геннадий, после того, как сошел Дух Святый на них, и они преобразились, апостолы, в новом качестве, они с радостью принимали мучения. Вот, знаете, вот непонятно, с радостью принимать мучения. Вот простым людям это непонятно. Мучения за Христа. Сказано нашими отцами, что чтобы понять
Человек должен, христианин, православный, всю жизнь познавать Бога. Познавать Бога через Его творение, через человека, познавать самого Творца. Но Бог не познаваем. Он не познаваем, но мы обязаны пытаться Его познать. И Он нам открывается ровно настолько, сколько нам это полезно. Поэтому только через религиозный опыт, личный опыт, человек может понять это все. У них опыта было достаточно. Вот человек, если ведет православный человек живет жизнь, ведет духовную, то он постепенно, Господь ему дает какие-то подсказки в жизни, явления в его жизни, внутренней, внешней жизни. И он совсем по-другому смотрит уже на ту же веру. Ему уже не нужно говорить, что есть Бог, нет Бога. Он это чувствует, он знает, что просто без этого не может быть, человек жить не может без Бога. Что он есть, что есть духовная жизнь, что есть Дух Святой, есть дары Духа Святого, которые нужно стяжать в течение всей жизни. И стяжание этого Духа Святого происходит в Святой Церкви, которую Господь создал. Там есть именно та атмосфера, которая позволяет, вот той искорки, которую Господь дает крещение каждому человеку через миропомазание, она там разжигается в пламя духовное, и человек становится немножко другим. Поэтому ему уже не страшны, ему, конечно, больно, ему, конечно, все, он все чувствует, когда его мучают, как это мучили многих мучеников, но это уже не совсем другие у него ощущения. Ощущения, да, он видит перед собой то, что потом его ждет, и это помогает ему перенести эти мучения. Ну, я так передаю только не на собственном опыте, а по тем рассказам, которые нам оставили отцы о этих явлениях чудесных. Отец Геннадий, после сошествия Святого Духа, Троица, это день рождения Святой Православной Церкви, то есть именно тогда и была отслужена литургия, и стала служиться литургия, главная служба, благодаря которой, в принципе, наверное, держится мир, потому что там совершается великая тайна. Ну, в том виде, который она сейчас, литургия, она была уже позже, это еще времена их окончательного написания литургии, более сокращенный вариант, приемлемый к нас, нам, составили Иоанн Златоуст и Василий Великий. Вот, и мы, согласно их этому тексту литургии, мы сейчас служим, ничего не изменяя. Вот, там есть и литургия оглашенных, и верных, и евхаристические каноны, освящение даров. То есть там все есть, и те же слова, что Господь говорил на Тайной вечере, но положил Он литургию еще раньше. Это на Тайной вечере перед Пасхой, если вы помните. Четверг. Великий четверг, да? Великий четверг. Тогда было положено начало литургии, Евхаристии. Отец Геннадий, вот есть церковь на земле. Святые отцы утверждают, что есть церковь, ну не утверждают, но есть церковь на небесах. И есть некий мостик между земной церковью и небесной. И вот есть в Святой Церкви установлена поминальная родительская суббота, которая служится накануне Святой Троицы. Это, может быть, это и есть этот мостик, соединяющий землю и небо? Ну, церковь на самой литургии, она представляется на дискосе. Там есть тело, то есть сам Христос. Есть святые, 9 чинов святых. Есть живые члены церкви. Те, которые нельзя сказать, мертвые, но они ушли в другой мир. Это все представлено на дискосе, Пресвятая Богородица. Также в церкви. Эта церковь состоит не только из членов живых, которые живут на земле, но и из тех, кто отошел в иной мир. Тех, кто и в раю, и кто в аду. Поэтому мы обращаемся к тем, кто в раю, к святым, чтобы они нам помогали своими молитвами, как те, которые прославились у Господа, угодили Ему своей жизнью, своими подвигами. И также молимся о тех, кто отошел, и он находится в плохом месте, в аду, чтобы их избавить от тени смертной, от ада. И Господь показал, что это возможно, когда Он сам спустился в ад и извел туда всех праведников, пророков, праведников. Поэтому вот это все единая церковь. И те, кто там, и те, кто здесь. Этим и отличается наша церковь, что мы заботимся о всех. И поэтому перед Святой Троицей мы молимся об наших усопших. Так называется родительская суббота. Родители – это наши отцы, братья, прадеды и так далее. Бытует мнение, что в этот день можно молиться за самоубийц. Но... Да, подавать даже записки самоубийц. Да, это не так. За самоубийц церковь не молится. Молится только в том случае, когда
показано, что он был больной, психически больной, и он как бы не владел сознанием своим, и в этом состоянии он совершил над собой насилие. И на это дается разрешение специально. И Святая Церковь постановила просто молиться для утешения близких. Такой короткий есть несколько молитв о самоубийцах. А в церкви они Но там не читается молитва, потому что мы просим Царства Небесного, покой Господи, Царства Небесного. То есть они сами выбрали для себя и отошли от церкви, как Иуда. Он мог сделать покаяние, как апостол Петр, мог покаяться, мог прийти опять вновь к Господу, он бы его простил. Но он этого не сделал. Также эти люди, они каким-то причинам наложили на себя руки, тем самым оскорбив Господа и Духа Святого. То есть вот этот шаг, если человек решается на этот шаг, на шаг самоубийства, он отпадает от церкви? Жизнь – это дар, который нам Господь дал. И мы не имеем права этот дар так распоряжаться им. А если это как дар, своей жизни, так и чужой жизни. Все равно? В тягость, значит, человек далек от Бога. Он, человек с Богом не может ему быть в тягость. Мы только недавно, только выше говорили о тех мучениках и той жизни святых апостолов, которые потом почти все были замучены и не своей смертью умерли, а кроме Иоанна Богослова. То есть человек ушел от Бога, и поэтому для него это было невозможным терпеть какие-то неудобства в жизни, болезни и так далее, и так далее. Даже замечено врачами, этот человек, если болеет неизлечимой болезнью, тем же раком, и в моей практике было, он не умирает такими страшными мучениями, с болями, какой с этой же болезнью болеет человек неверующий или там какой-то еретик. Те страшно умирают. Человек тихо отходит, хотя врач удивляется, он должен мучиться страшно, а он тихо отходит. Господь посылает силы человеку, утешение. Поэтому и нужно быть всегда с Богом, тогда не будет таких состояний. И тем не менее, отец Геннадий, не хотелось бы, конечно, сегодня у нас такая праздничная тема, но, коль мы уже коснулись этого вопроса, сегодня количество самоубийц возрастает. Да. Почему? Потому что люди сейчас многие верят внешне только. Вот для многих церковь – это прийти, поставить свечку, осветить Пасху, осветить яблочки, прибежать и убежать. А ведь это церковь – это прежде всего покаяние. Для чего составлена служба? Чтобы человек мог покаяться, причаститься, соединиться с Христом через святое причастие, получить силы на то, чтобы жить в этой жизни. Ведь много трудностей. Мы знаем, что очень тяжело жить. Сейчас и есть разные трудности. Но вспоминаем, когда вот были тяжелые времена, блокады во время Великой Отечественной войны. Кто-то ел людей в блокаду, а кто-то и ботинок ел. Кто-то ел людей, умер, а кто ел ботинок, тот остался жив и не потерял свое достоинство. Так же и в нашей жизни. Трудности всегда будут. У каждого поколения есть свои трудности. Но с Богом не все переносятся. Господь как-то посылает все необходимое. Поэтому требуется не отходить от Бога, не отходить от церкви и воспринимать церковь как работу над своей душой. Не воспринимать церковь, как некоторые хотели видеть в Господе израильтяне, того, кто избавит их от внешнего рабства, от римлян, возглавит их, и они будут воцаряться над всеми народами. Нет, воцариться нужно над своей душой, над собой, и восстановить то нарушение внутреннего человека, которое произошло еще в аду. То есть дух возобновить, его действо в нас, чтобы он нами владел, чтобы он нами руководил. Не тело, не потребности тела, а именно, чтобы Дух нам давал и требовал выполнения от нас того, что полезно нам. То есть, отец Геннадий, если вот неприятности, да, и как бы там, ой, надо пойти поставить свечечку, и тогда все будет хорошо, все эти неприятности не уйдут. Это одной свечечкой не обойдешься, это нужно начинать, конечно, с конечно. Преображения себя, но это очень тяжелый труд. Это очень тяжелый, да. Потому что самое, да, большой противник в этом мы сами.
Мы сами? Мы сами, да. Почему? Потому что мы себя жалеем. Но если мы хотим преобразиться. Ну, хотим. Вот Господь сказал, хочешь, вот делай это. Все же есть. А человек скажет, нет, вот это вот надо как-то посмотреть. Уже время не то уже. Как вот даже сейчас есть такое понятие гражданские браки. Мы живем, гражданский брак. Что такое гражданский брак? Для всех понятие нынешнее, это человек живет просто с посторонним человеком. Незарегистрированный, да? Брак, да. И все оправдываются, что да, сейчас время другое. Надо, сейчас все так делают. Надо пожить, все так делают, надо узнать друг друга. Вот вам одна заповедь уже не исполняется. То же самое про церковь говорит. Нужно быть в храме. Господь же сказал, дал заповедь, что будь. Раньше это была суббота, сейчас воскресенье, он более важный день. Раз в неделю отдай Господу Богу твоему. Нет, это время, надо поработать, надо пойти на дачу полить, там что-то еще сделать. И человек начинает уже не исполнять заповеди, уклоняться от них, изменять их. Списывать это на время, на обстоятельства, на жизнь. Господь сказал, что сделай вот это, тогда будет тебе хорошо. Ищи прежде Царство Божие, все остальное приложится тебе. А если человек все делает и исполняет заповеди, неукоснительно в церкви бывает по воскресеньям, а скорбей не избежать, потому что никто не может скорбей избежать? Не избежать, скорбей. Конечно. Ведь вот отцы наши говорят, чтобы когда человек посадил зерно, это еще не означает, что оно вырастет. Нужно тепло, нужен свет. Если он посадил дерево, чтобы оно укрепилось, что нужно? Нужен ветер. Будет немножко шатать корнички, будет укрепляться. Так и наша душа. Господь дает нам и ветер, дает нам тепло и свет, чтобы мы воспитывались, чтобы мы совершенствовали свою душу. И именно в этих скорбях. А как она будет совершенствоваться? Лежа на диване и не получая никаких неприятностей, ни болезней, человек просто будет как цветочек комнатный. Никакой. Поэтому требуется испытание человека. Да, но не каждый может выдержать. А для чего еще испытание? Потому что человек забывает Бога. Вот он живет просто, вот хорошо. И не благодарит даже. Все нормально. И забывает. Да, ездит там кто-то там наверху, там, как он думает. Там свечку поставил, все хорошо. А потом начинает какие-то неприятности, болезни, начинает вспоминать. Да, действительно, вот я смертен, надо думать о вечности. Да, есть кто-то, который хочет, чтобы я был другим, и не только жил ради земных удовольствий, а вспоминал то, что есть, и та жизнь, к которой нужно готовить душу, а не тело там, или жилище свое внешнее. Но жилище внутреннее готовить. То есть нужно в первую очередь печься и иметь попечительство не о внешнем, а о внутреннем. Конечно, а все остальное приложится нам. Если мы будем иметь цель, будем работать, будем трудиться. Но если у нас будет цель только ради этого жить, чтобы работать, трудиться, что-то строить, питаться, одеваться хорошо, то ничего хорошего не будет. Если мы будем делать то же самое, но в первую очередь вектор жизни у нас будет направлен именно самосовершенствование нашей души, очищение сердца, очищение от наших пороков, от грехов, то все остальное будет совсем по-другому нам прилагаться. Отец Геннадий, вот святые отцы говорят, ну и вот батюшки все, что волю Божью нужно принимать с радостью, а не с печальной покорностью. Но как часто бывает, что в церковь людей приводит не радость, а скорбь? Конечно. Мы только что говорили об этом. Когда человеку хорошо, почему он не благодарит Бога за то, что хорошо? Он не приходит в церковь. Да, но нужно благодарить Бога за все, и за скорбь, и за радость. Да, но он за радость не благодарит. Не благодарит. Ну, а за скорбь тоже не благодарит, потому что как за что это мне? Потому что он этого не понимает. Он прежде всего приходит в храм и говорит, действительно, как, за что это мне, почему мне это дано. И пока он это поймет, и попробуй его убедить, что это ты в этом виноват, что ты так довел свою жизнь, себя, что вот с тобой так получилось. И Господь совсем не наказывает, Он тебя поправляет, Он тебя приводит к себе. И нужно, чтобы ты в нем вспомнил, чтобы вспомнил, что у тебя тело не будет жить 10 тысяч лет, а продолжить жизнь 70 лет. То есть наша сегодняшняя жизнь земная – это приуготовление себя к смерти.
не к смерти, а к вечной жизни. К вечной жизни. А, вы так, да, отец Геннадий, вы так сместили немножечко акценты, потому что... К вечной жизни, да. К вечной жизни. Но до вечной жизни еще нужно дожить, отец Геннадий, правильно? Конечно. Но люди понимают, которые уже находятся на почти на грани окончания жизни, они понимают, что вся жизнь, которая прошла, это миг только. И что действительно она... Нужно было ее вот использовать как этот трамплин для вечной жизни. Конечно, человеку рассказывай, неверующему, он скажет, да зачем, я хочу жить в этой жизни, я хочу быть счастлив и в этой жизни. Конечно, будешь счастлив, если ты будешь жить с Богом в этой жизни, ты будешь более счастлив, чем человек, который живет без Бога. Отец Геннадий, и вот возвращаясь к празднику Троицы, этот большой праздник, это день рождения Святой Православной Церкви нашей, во время службы или после службы читаются три большие молитвы, которые очень значимы для каждого православного христианина. Это называются три большие коленопреклоненные молитвы. То есть именно после Троицы уже разрешаются коленопреклоненные молитвы. А с Пасхи до Троицы нет, не молятся на коленях. В чем смысл заключается этих молитв? И почему не коленопреклоненные? Почему нужно опускаться на колени вообще? Потому что каемся, потому что просим Господа даровать нам Духа Святого для жизни. Осознаем, какие мы немощные, негодные и так далее, и так далее. Ведь любое создание земное, живое, оно всегда действуется в жизни или одушевляется, оживляется только Духом, Духом Божьим, Духом Святым. И если мы не будем открывать свои сердца для того, чтобы Господь был в нас, в нашем сердце, чтобы творил свою волю с нами, тогда ничего хорошего не произойдет. Собственно, вкратце так все. Как говорят, не моя воля, но твоя, Господи, да будет. Да, это тяжело, но это хорошо. Человек, когда понимает и осознает, как чувствовать на своей жизни, как жить с Богом по Его воле, не по своей воле. И он как раз понимает, когда Господь попускает ему творить его волю, он это потом осознает, как блудный сын. Помните, Господь, ну, отец знал, как Господь нам бывает дает, ну иди, иди и попробуй жить сам. Человек пошел и не смог жить сам, все расточил, все, что у него было, все дары. Так и человек попускает ему вот как раз те горести, те болезни, чтобы он понял, что без Бога ты вот сам не можешь. Ты вот, вот смотри, сам. Сам ты вылечишься, не вылечишься, сам ты... Будешь, достигнешь чего-то там в жизни, не достигнешь. А с Богом достигнешь. И можно даже сказать, что вот даже те события, которые происходят в нашей стране, они тоже попускаются, вот конечно, эти скорби, они тоже попускаются за какие-то определенные отклонения или отступления от заповедей Божьих? Конечно, конечно. Я приводил какой-то пример, что в истории вот нашей было уже, тогда еще была эта Русь Киевская, когда в начале 17 века раздирали всю Русь разные банды, там поляки и прочее, прочее. И, это когда Великая Смута? Да, 1612-13 год. И тогда патриарх положил поститься 3 дня, даже не тоже людям, и скоту поститься. Никто не ел 3 дня, молились. То есть он людям объяснил, рассказал, что это по нашей, по их грехам Господь посылает такие неустройства. И появился тот, кто смог это поднять, появился Романов, царь, избрали царя, и все пошло. Появился ополчение, именинный Пожарский. Прогнали все, укрепили, уже Русь стала уже киевская укрепляться. Так и сейчас, если каждый человек поймет, нет, чтобы ему не рассказывали, что это так долго, и доказывали, что он виноват в том, что творится сейчас. Если он не поймет, ничего не произойдет. А сейчас, ну, слава Богу, постепенно люди начинают осознавать, становятся добрее, становятся многие, меньше стараются интересоваться внешним, а больше внутренним. Вот. Как сказал Ануфрий, наш митрополит, что нужно идти не за политиками, а за Богом надо идти. А человек бывает ищет кого-то предводителя, чтобы пойти за ним. За Богом надо идти, тогда он не ошибется. Ну, в принципе, все ждут освободителя, который освободит и от скорбей, и от внешних трудностей, и даже от внутренних, и который поведет к светлому будущему. Где оно, то светлое будущее? Господь сказал, в мире скорбь не будете. Не надо ждать от мира, что мы будет хорошо. Назовите мне срез истории, когда было всем хорошо. Рая на земле нет? Нет.
Но его стремятся построить, отец Геннадий. Вот как башню стремятся построить. А вот... Рай может быть в душе, если человек может освободиться от всего плохого, что у него есть. У него там может быть мир, может быть там рай. А у всех не может быть, все не могут быть святыми. Кто-то злой, кто-то не злой. А вот, например, приезжают из Арабских Эмиратов и говорят, там рай на земле, там так все, ну вообще супер. Ну, чтобы так утверждать, нужно там жить, а не приезжать отдыхать, правда? Кто-то приезжает к нам где-то на море, и тут у вас рай на земле, а у нас там голод или что-то еще. Поэтому, чтобы судить, нужно быть в том месте не один день, не один месяц, может быть, даже. Тогда мы поймем, как многие из-за границы убегают туда, потом осознают, что там всем другой дух, не христианский дух. Там уже не поговоришь с человеком, не придешь просто в гости. Там все считается, все там не так все просто. Хотя внешне приехал, нормально, все хорошо. Да, внешне все красиво. Отец Геннадий, будьте добры, одно слово нашим телезрителям, мы уже завершаем эфир. Вот одно слово, ваше благословение. Дай Бог вам быть всегда церковными и помнить, что только в храме, в церкви можно развить те дары Духа Святого, которые нам даются через миропомазание в святом крещении. Тогда и жизнь будет у нас казаться не такой тяжелой, потому что мы будем жить с Богом. Спасибо, отец Геннадий. Друзья мои, сегодня мы с вами говорили о Святой Троице, о великом православном празднике, значение которого просто невозможно даже переоценить для каждого человека. Оставайтесь с Богом, и все будет хорошо. Це була розмова на тему. На все добре.